Большое спасибо за поддержку всем депутатам, всем фракциям нашего парламента. Я благодарен кандидатам в президенты и Сыздыкову, и Хусаинову за проведенную работу. Они показали демократичность наших выборов, была альтернатива, объявили свою программу, которую мы тоже будем вместе выполнять. Согласно Конституции, я вас пригласил о том, чтобы договориться, посоветоваться. Только что была инаугурация, я заступил снова в должность президента, и в этом случае правительство складывает свои полномочия. Правительство складывает прямо подчиненные президенту и все акимы. В связи с этим я собираюсь сегодня пойти в мажлис и хочу с вами говориться вот о чем. Программу я объявил, и все слышали. Работа непростая, и время непростое. Для раскачки нет времени. Поэтому вот провели инаугурацию в соответствии с Конституцией, законами. И надо, чтобы правительство без никакой задержки работало. Поэтому я хочу внести предложение Масимова премьер-министром, чтобы он сформировал правительство и продолжал работать. Мы с членами фракции все посоветовали сегодня, зная, что будет совместное заседание. Мне поручили поддержать ваше предложение. Ваше предложение, которое вы сегодня высказываете, оно, конечно, от жизни взвешенное, и мы его поддержим. Спасибо большое. При той народной поддержке, которая вам оказана на этих выборах, безусловно, мы поддержим ту кандидатуру главы правительства, которую вы несете. И более того, если говорить о том человеке, которому сейчас сказали, мы знаем, что в тяжелый период, период кризисов, он руководил работой правительства, мы поэтому готовы поддержать, конечно. Фракция вашей партии в парламенте, безусловно, поддерживает ваше предложение. К тому же у нас на сегодня очень хорошие конструктивные взаимоотношения складываются с правительством. Они прислушиваются к мнению депутатов, и многие вопросы мы вот в рабочем порядке спокойно решаем. Поэтому наша фракция, конечно, поддержит эту кандидатуру. Спасибо.